Ночь солнечная, в такую пускай даже больше мороз, пускай даже морозик есть. Да, лучше бы ветра не было. Ну а лучше, чем в пасмурно. Ну конечно, солнце когда вот. Ну воду ты брал? Что? Воду. Не, воду я взял здесь, я плавки только забыл. Ничего страшного. А вот как раз тогда ты и скажи, да, слышишь, без резинки будет устойчиво или нет? Ну вот этот ящик. Скользит он будет или нет? Ну не знаю, сейчас попробую. Попробуй. Зато он на этом боку стоит крепко. А там резинка где? Блядь, он качается. Вот попробуй, скользит или нет, или ничего, нормально. Не, нормально. Нормально? Не, нормально, он устойчив. Ну, голову покачайся это. Не, он хорошо. А, ну и заебись. Я мучаю все время эту резинку на вес. Как это 3 года назад кричал, посмотри. Сейчас уже не кричит. Уже нет сил. Слушайте, а что за чувство? Вот опишите. Чувство только когда первый раз меряю. А потом, как бы, когда ты измеряешь, я измеряю второй день, да, что, ну, как бы потом нормально. Ну, как бы, вот, чувство с первого раза. Не, ну как вообще решиться с такой морозкой? Это первый раз, я говорю. Это в голове. Это в голове главное. Разбьется вот именно. А вообще вот такое обжигающее чувство? Ну вот сейчас, потому что сейчас тело получило стресс, оно отдает тепло. Вот именно сейчас. А сейчас все самое то. А потом баня, да? Нет. Ну кто как? Ну я вот в баню схожу, но нет. Ну не сразу. Нет, никто в баню не идет. Дорогой. Здесь кто и не хочет в эту баню. Дорогой. А вообще хоть раз простывали после этого? Ну я нет. Ну, как бы, они, если простывали, то они не знают от этого или нет. Вот если прям искупаться, если не заболеть, такого я вообще не слышу. Никого. Ой, даже льдинки сразу замерзают. Сегодня похолоднее. Ой, ну солнечная погодка. Ой, просто супер. Ну, пар идет. Да, да, есть. В прошлый раз вообще дверь было, и очень такие, ну прям плавают. Ой. Женщины даже более устойчивы. Ой. Ну, удачи вам. Ой. 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 Ой, хорошо. Ящик нормально держится, да? А? Ящик крепко стоит? Да. Ну и все. Крепко, сейчас крепко. Ты мучился эту резинку сверху, и так пускай будет. В прошлый раз шевелился, а сейчас крепенько. Ой, хорошо. Все, счастливо, да? Да, счастливо. Счастливо.
Ну, не видно тут. Лед сразу вон. Мерзает. Но сегодня прекрасная погодка. Супер. Как хрустит. Как снежок хорошо хрустит под ногами сегодня. Просто замечательно. Да. А то по этой слякоти. А он говорит, жена у него уехала на соревнования на три дистанции. Да я знаю, мне знакомый тоже в юморе. Там они тренируют, ну, заворачивают.